Зачем еврейский мальчик спросил о направлении ветра? Куда поедет гей-ковбой? Здравствуйте. Ю-ху-ху. Здравствуйте. Это вечерняя передача «Кринжуем с ваших шуток». И вечный ведущий Олежек Лайкер. И Владимир Соловчук. Концепция шоу очень простая. Вдруг кто не понял, или не знает, или первый раз тут, или... Ну, короче, очень все просто. Мы читаем шутки, которые вы оставляете в комментариях. За смешную шутку вы получаете от 15 до 30 тысяч долларов на свой мобильный счет. Так, Вовчик, ну что, Цуефа, ты первый. Да, я выиграл. Шутейка. Я никогда а не... А как зовут человека? Подожди, что ты несешь? Ой, Олег, сказывается долгое нечитание шуток. Как я мог забыть? Бит Эндер Драго, блядь. Как я мог его просто упустить? В аватарке что там? Какая-то искорка. Это, по-моему, Бэтмен смотрит вниз. А я увидел там въебаную Twilight Spark. А, это дракон, блядь. Это Бэтмен. Вот его, у него глаза. И он смотрит вниз, как этот Гомер на Барта. Помнишь в серии, когда глаз к глазу? Не, это дракон кричит. Алдуин. Не, я все еще вижу Бэтмена, который смотрит вниз. Шутейка. Я никогда не хвалю себя просто так. Вот такой вот я, молодец. Какая тупая, блядь. Ну, мне нравится. Кирузау. Он уже был, я помню его. Или ее, или их. Хуй знает, как вам обратиться, мистер. Местоимение выберите. Зачем еврейский мальчик спросил о направлении ветра? Чтобы узнать, где сейчас его родители. Блин, соусика бы добавить, и тогда бы ты был пицца-соусом, блядь. А какого, сырного? Ну, блин, само собой, я люблю терияки, такой еще модный лук, как шторы, дин-дин. Модный лут. От игры в CS-ку можно не только получать удовольствие, но и лутать деньги. Как? Все просто. Покажи свои скиллы, сруби реальные призовые. Игровая платформа ePulse – место, где ты можешь принимать участие в различных турнирах и выигрывать сочные призы. Wow. Более 160 тысяч рублей ежемесячно ePulse разыгрывает в ежедневных турнирах. Чего? У них доступны различные игровые режимы. 1 на 1, 2 на 2 или же собери свой full stack и сразись за крутой денежный приз. Ты спросишь, что для этого нужно? Все просто. Пару кликов, и ты уже близок к победе. Переходи по ссылке в описании, первый клик. Проходи простую регистрацию, второй клик. И принимай участие в турнире, третий клик. Так чего вы ждете? Скорее регайтесь, показывайте свой скилл и начинайте зарабатывать на нем. Ссылка есть в описании. ePulse. Ей мурмурчик. Пиздец, блядь. День человека с альцгеймером, как нумерация у программиста. Каждый раз начинается с нуля. Найс. Ну, это неплохо. Если у кого-то альцгеймер, ребята, вы забыли, что вы на самом лучшем канале, а на него надо подписываться и нажимать лайки вообще-то. Колокольчики. Колокольчик, блядь, нажмите его там, чтобы все было написано, уведомления, все. Чтоб маме на телефон пришло даже, чтоб, блядь, чтоб по зову сердца. TNT Reds. Галочка. Нихуя себе, какую галочку въебал в ник. Мой друг очень часто гонял лысого, и в одну из бурных ночей он его случайно прогнал. Кумочка, и потом отворачивает два раза. Что это такое вообще? А что отворачивает? Отвернул улыбку, ебаный. Ты налыбаться, налыбайся нормально. Улыбайся учись, так, чтобы тебя видно было. Твинк Ютуб. Усатый гондон там на аватарке у него. Ты думаешь? Это ляжки, по-моему, в разные стороны. Не, это усики. А, трусик. Я вообще вижу разные вещи. Хорошие родители, когда умер дедушка, кремировали его и прах высыпали в песочницу, чтобы внуки всегда могли поиграть с дедушкой. Нормально. Хуйня полная, Твинки Туб. Ты получаешь исключительно пулю в зубки. Ты должен денег теперь. Ты влип, нахуй, малыш. Куакс. Куакс. Взялись Буратино как-то проверять, а он оказался липовый. Я просто в ахуе. Где я? Жарт. Едут в автобусе Панк и Монашка. Панк говорит:
типа я трахаться хочу. Монашка краснеет и на следующей остановке вылетает из автобуса. Водитель говорит панку: приятель, я могу тебе помочь. Каждый вторник эта тёлка приходит на кладбище и там молится. Ты прикинься богом, ну а там сам поймешь. Во вторник панк надел прикид с капюшоном, пришел на кладбище и спрятался за плитой. Монашка пришла и начала молиться. Панк ей говорит громким голосом: монашка, я твой бог, ты должна мне отдаться. Хорошо, отвечает монашка, только пусть это будет анальный секс, я хочу сохранить девственность. После бурного секса панк снимает капюшон и радостно кричит: я панк, я панк. Монашка тоже снимает капюшон: я водитель, я водитель. Анастейша Лалипап сосала 100%. Вот как-то так. Нельзя играть с мухами в карты, потому что они всегда мухлюют. Да. Анастасия Лолипоп, пойди себе купи и от Лолипопи вот так, чтоб пока в форме, блядь, хуя у него не будет чупа-чупсик, я с тобой даже говорить не буду. А потом запихивайся, блядь. Надеюсь, я, мой муж тебя не убьет. Ой, блядь, да. Твой муж. Алекс Скелла. И Ютуб у него. Ну все понятно. Так подумайте, если меня рожали ногами вперед, то в какой-то момент моя мать была для меня шляпой. Бля, пиздец. Ты прикинь, ходишь с мамой на голове, блядь, ты выглядываешь в нее из письки, да. Блин, я бы хотел, чтобы для Димы Треску была моей шляпой. Да, чинь-чинь-чинь. Я еще пальцами почему-то постукал вот так вот, блядь, да. Типа. Саша Нэг. Вова, а как ты помогал солдатам в войну? Носил им патроны, еду, водку. Молодец, а что они тебе говорили? They're good, Вольдемар, they're good. Вольдемар, вообще мне нравится. Darkness feed. Может, darkness? Дикнесс. В бар зашли два дракона. Что-то здесь жарко. Пасть закрой. Нормально. Это хорошо. Блин, а почему у Майлз Моралеса паутина белая? Я что-то ничего не понял, блядь. Я тоже не понял. Он же с пениса выпускает там Black Tom. О, Лил Бирк. Лолчик. Мужчина привез жену в роддом. Трудные роды. Сидит у кабинета час, другой, третий. Наконец-то распахивается дверь. Выходит врач. На руках у него малютка. Врач снимает маску и радостно смотрит на мужика. И вдруг берет младенца за ногу и со всей силы бьет об стенку. Мужик в шоке. Врач: наебал, мертвеньким родился. Нихуя себе врач, блядь. Ебать, я бы вообще, конечно, я не знаю. Я бы... Суетолог какой-то. Распасовку захотел, я бы сказал, давай сюда, блядь, накинь, в паспорт поиграем. Знаешь, такой паспорт? Ты играл в паспорт? Нет. Ну, паспорт, это когда мячиком надо набивать, типа, свои паспортные данные на ноге. То есть, имя там у тебя, допустим, Гена, да? И тебе надо 4 раза набить на ноге мячиком Гена. Потом фамилию свою набиваешь, там у тебя фамилия Лохов. Это вот так вот мы занимались скамом в детстве. Ты просто подходишь и записываешь паспортные данные пацанов. О, Beat Ender Dragons, молодцы. Куда поедет гей-ковбой? На дикий запад. Оу, Naked Zorro. Это просто идеальнейшая аватарка, наверное, за весь выпуск. Внимание, анекдот. Человек не выбирает 4 вещи. Семью, национальность, внешность и президента РФ. Осуждаю. Нет. Я вообще не знаю. Что мы делаем? Я в Зимбабве живу, мне вообще похрен. Да, у меня зарплата 4 кролика и 2 ковра. Мне вообще как-то поебать. Что такое люди? Dexy Proud. Ну понятно. Поручик Ржевский спрашивает у Корнета: Корнет, вы имеете такой успех у дам? Расскажите, как у вас это получается? А вы подойдите к даме, скажите ей что-нибудь остренькое, затем что-нибудь скользкое, затем пошленькое и представьтесь, и она ваша. На балу поручник подходит к даме и говорит: шило мыло хуй, поручик Ржевский. Остренькое, скользкое, пошленькое. Представьтесь. Шило мыло хуй. Кирилл Авдиенко. И там какая-то Эмма Стоун с туберкулезом, да? А, это Леон из Resident Evil 4, по-моему. Это с ебалом Шевцова, по-моему. Я отчетливо вижу Леона из Resident Evil 4, который держит кошку, и это, и у него еще пармезан на голове. Кал Амбурчик. У мужика родился ребенок. Приходит мужик в роддом и спрашивает у медсестры: кто у меня родился, мальчик или девочка? У вас бодрион. Вау! Ну, нет, типа, я так понял, у вас патриот. Ну, типа,
тебя, у вас. Сложная завуалированная шутка, либо я пытаюсь выгородить тебя не дебилом, либо ты дебил. Либо я дебил, либо мы все дебилы. Вот легенькая загадка. Сейчас, если вы отгадаете загадку, вы не идиот. Идут, и что дальше, блядь? А я знаю. Идут два рэпера, один в кепке, другой тоже. Ой, блядь, ну Вова IQ чуть больше миллиарда. Я не знаю, как он живет с этим вообще. В доме чисто квартира, еще одна, для его мозгов. Я знаю, как на этой пикче, там, где чел на мозге своем сидит, охуевший. Адекватный бухич. Мне страшно на его канал зайти. Какое порно не могут снять бомжи? Домашнее. Really? Фокс. Внимание, анекдот. Дежурят менты по своему участку и вдруг видят, на дереве человек повесился. Думают, нафиг нам эти проблемы, и перевесили его на дерево в другом районе. Там идут два мента, тоже дежурят. Один другому: смотри, опять он здесь висит. Ой, это хорошо. Бля, это прикинь, ну легкий шок можно испытать, да. Когда виселица, блядь, гуляет по району вообще охуенно. GGO. Ну, приду. А, я помню тебя. Он был, да. Проктолог. Это единственная профессия, где выражение «руки из жопы» означает «конец рабочего дня». У меня знакомая проктологом работала, и, короче, она говорит, к ней в больницу кто только не поступал, блядь. И, блядь, пупсы эти, знаешь, для девочек в жопе, блядь, у типов нахуй. Головой, блядь. И сардельки всякие, трехметровые колбасы, блядь. Там что только не было. А потом-то она говорит, еще там был тип, и у него прямо только ноги. Ножки из жопы торчат. Snowman's wife. Пиздец, нормальная тема. Что ждет детдомовца после усыновления? Рандом. Я просто, я объясняюсь, я заикаюсь сейчас, мне плохо, потому что я перед этим высрал нереальную что-то, блядь, из своей задницы. Мне бы к проктологу надо было сходить, я не знаю, как у меня в форме слоника, блядь, говно вышло, блядь, причем в полный его размер, нахуй. И там еблище, что надо, я бы... Еблище в шоке, блядь. Дед рассказывает внуку, что однажды в плену немцы сказали ему: сосите, либо расстреляем. Внук спрашивает: и ты сосал? Нет, меня расстреляли. Илюшка, волшебник. Ну-ка, Илья, сейчас посмотрим. Щутка. Двоеточие. Ты не знаешь, какого размера кровать священника? Нет. Да ладно тебе, это же любой ребенок знает. What a fuck? Ну ты и пида... Раз. Михаил Саенко. Чуть. А, извиняюсь. Охуел? Михаил Саенко. Щутюха. Дети Путина не ходят на выборы, потому что родители не выбирают. Really? Это правда, это правда. Марк Горин. Грузинская свадьба. Один из гостей обращается к своему соседу. Вот это я не знаю дальше, что написано, но надеюсь, здесь вы сможете перевести и рассказать мне в комментариях, конечно, какой вот я... Я вижу только тебе, погнал. Ну, недаром у него стих вкусный. Пьяный одуванчик. Шутка. Не разбили в 2 часа ночи, но труп нашли только утром. Вавилон лайф, нихуя себе. Вавилон, что это? Вавилон, это государство было такое. Вавилонская башня, слышал. В древней притче, когда люди строили Вавилонскую башню, они хотели увидеть Бога. И когда они ее достроили, Бог, короче, разозлился. А, нет, они ее не достроили. Бог разозлился и, типа, всем людям разные языки дал, чтобы они не могли общаться и достроить эту башню. Вот оно что, Вадик. Шутейка. Добиваться секса от девушек очень похоже на вытряхивание кетчупа из бутылки. Гораздо легче, когда у тебя в руках нож. О, oh, да, no! Я с этим согласен, конечно же, ведь я педофил и насильник, и ущемляю женщин. Он пиздит, это неправда все. Никита Швояков. Швояков, не знаю. Лисичка на аватарке. Лисичка, вот это, бля, ненавижу эти аватарки уебищные, когда животные там в одежде, в очках. Ну вот это, помнишь, как 2013 год, бля, вот эти панды, блядь, волки. Да, заяц в костюме. Ой, меня, я уже, я тогда, ну то есть даже тогда, когда это было актуально, меня прям это выкумаривало, пиздец. Да, меня тоже никогда такую хуйню не ставил. Разрывная. Штирлиц смотрел в одну точку, потом в другую. Двоеточие, смекнул Штирлиц.
Ну ты, лисенок, не такой нихуёвый, пойдёшь на носки. Топер твоей мечты. Шутейка. Кота так часто тыкали носом в ковёр, что он принял. Нихуя осуждаю себе. На всякий осуждаю случай. Осуждаю эту шутку, да, мы извиняемся сразу. Тимми Тернер. Шутка. Что происходит у глистов, когда у тебя под нос? Серфинг с кабачками! Блядь, как вы занимаетесь с этими скобками? Наконец-то Олег ЛСП пришел к нам на канал. Павел Истомин. Щит, бля, кто? Щехутка, блядь. Мент ловит наркомана в зоопарке. Кололся? Нет. Проверим. Кто там в клетке сидит? Показывает мент на кенгуру. Наркоман тупо смотрит на животное. Заяц лет 40-45. Ебать, зайчиха, блядь. Ой, я вообще кайфую, заяц. Блин. Бля, ой, а где, подождите, ребёртыка немножко эхо. И ты пи***ас, и ты пи***ас. Класс 9482. Единственная маршрутка, в которой я быстро решился сказать «остановите», была маршрутка саморазвития. Ноквилл 67. В глухой Сибири настолько медленный интернет, что легче найти девушку, чем качать тормоху. Блин, это, наверное, правда больше, чем шутка. Арсан Митин. Шутка. Что будет, если ликер сядет в женскую колонию? Лизер. Оу. Ну прям слушай сюда, мальчик. Я тебя могу найти, блядь. И отъебать тебя нахуй в жопу. Просто я. Шутка. Идет Штирлиц по улице, видит старый разбитый Жигуль и надпись «Без мам, пап и кредитов». Сирота, подумал Штирлиц. Алкоголик, алкоголик. Блин, там Гадя Петрович хреново. Гадя хреново, да. Случайный пропуск буквы «Х» в объявлении «Делаю кухни» вывел Олега на новый уровень бизнеса. Оу, бейби. Письку полезла. Фу, блядь, ненавижу пизду. Опять Толик алкоголик, Гарри хреново. Накуренный Василий 2 часа шел домой со сломанными ногами, думая, что это хрустит снег. Фу, блядь, ненавижу ноги. Ой, блядь. Итак, ребята, спасибо, что вы досмотрели это видео. Здесь был я, Олежек, также здесь был Вова. Чтобы попасть в видео, нужно внести взнос $12,000 и написать комментарий. То есть не обязательно писать коммент, хотя бы заплатите. Всего доброго, видео здесь каждое воскресенье. Можно подписаться на канал и поставить лайк. А еще было бы очень классно, если бы вы спели песню. Вот прямо сейчас давайте. Вас фарвы. Drinking, zoo and do.